Привет, мои любимые, дорогие, Бершка. Я, если честно, очень давно здесь не была. Когда в Тарасити бываю, всегда думаю, так, надо Бершку снять. Начинает столир. И это что, это для девочек такое? Это шутка. Мамочка. А, это сзади застегивается, то есть оно в приталеночку может быть. Да. Ну, что-то... А вот такие курточки. У меня такая же есть. Ну, я ее 15 лет назад покупала, 160 лет, а была 200. Да ладно. Да, то есть скидки есть, 160 вот такие. Это типа кожанка, 160 тоже. Напишите, что... Вот Юля написала, 160 хепси. Да, вот такая, ну, это очень твердый. Хотя, может, меньше облазить будет тоже. Вот все, и шубочки тоже по 160, и такие кофтиночки, и сеточки тоже по 160, такая рыбацкая сеточка. Так, 200 лир обувь, ой, хорошо, молодцы, вот такая обувочка у нас, здесь все по 200. Видно, тогда начали переворачивать на Черную пятницу, решили, не, только напишем, все, молодцы, 200 лир, тоже такая красота. Здесь, начиная от 40 лир штанишки, да, вот вижу 70 лир, а были 120, такие с карманами. Так, сумочки тоже на скидках, 70 лир, а были 100. А я где-то вот эти кружочки видела. Здесь все по 70 лир, да, прелесть, какая прелесть. Что они вот так написали. Я вам просто вот так только покажу. Это короткое все. Теплое, короткое. Здесь 100 лир. Не поняла. Написано 70. Видно, с той стороны только 100. Сейчас обойду. Здесь 100. Это что ж такое красу один? Скажите мне, пожалуйста. Не, ну кто это такой один? Не знаю. Орел. Ну, орел, ладно. Уже по сравнению с той девочкой. Ну, видно, с мультика что-то. Вот, это тепленькая. 100 лир. Вот, вот такая самая вязкая, как я вам говорю, что мне кажется, что она полезет после стирки. Может и нет. Такие веселенькие, что с шарфичком, представляете? С шарфичком. Ну, мягенькая. Ой, такие ангелочек. 70 лир. Все на скидках. Все джинсы по 70 лир. Абсолютно все подранные джинсы. Зимой это ж так удобно ходить. Не, вот эти не подранные. Так подожди, на базаре мы с вами видели. Вот такие широкие 75. Да, на базаре 75. Вот такие джинсы. А здесь 70. Прикол, да? Так, обувочка. Ну ладно, покажу, чтобы вы просто знали. Ну, оно такое тяжелое, мама дорогая. А вот. 100 лир, чтобы было здоровье. Это не очень тяжело. Духи здесь тоже неплохие, кстати. Я вам тогда показывала. Ладно, давай то, что открыто, Юля. Угу. Интересное что-то. Интересно. Ну, надо пшикать нормально. Мне нравятся такие маленькие, знаете, сумку бросил и пошел. Хотя, еще надо меньше, чтобы сумку бросать. Разные. Вот что я прилипла к ним. Вот это прикольно. Я уже ж показывала духи. Юля, отклейся, вот духи ты. 200 лир. 200. А, подождите, мне недавно спрашивали, хороший турецкий бренд духов. Да, было в комментарии в Инстаграме. Но вот пока то, что есть, показываю. То есть в Бершке неплохие духи, мне нравятся. Но я их не покупала. То есть как? Ну, духи, наверное, тоже можно сказать, носятся. По крайней мере, в английском так говорят, носятся. Как их быстро выходит запах или нет, я не знаю. Но так приятно. Здесь даже косметика есть, представляете? Lips, nails, naturals. Такие большие. Цены не вижу. Сейчас покажу. Может, здесь написано. Интересно, да, нету все. А, вот 40 лир. Юля,
проворачиваем. 40 лет. Тестер. Тестер. Все, не надо больше цены. Смоки айс, я думаю. 50 лир. Но тестер уже кто-то съел, походу. Где-то потеряли тестер. Так, сумочки, сумочки, сумочки. 120. Так, там сумочка 120. Я вообще уже отвыкла от сумок. Вот, вот приклеилась к одной. Хорошо, хоть кожу мне подарили. А, привет! Привет! Думаю, а куда это вы приехали? Думаю, кто кроме тебя может вот это сходить, ну, да, рассказывать? Типа, ну кто же может заходить и рассказывать? Когда вы приехали? 12-го. Прервалась немножечко на беседу, да. 270 лир такая курточка. Это тоже прихожанка церкви. Кстати, она мне как раз и рассказала за церковь нашу, да. Я узнала, потому что я их не знала. 100 лир, 90, вот такие сандалечки. Она приезжает к дочке, и вот сейчас опять на месяц приехала, 70 лет, такая кофточка. Так приятно было. Она говорит, а я думала, кто это говорит по телефону? Ну, не по телефону, а рассказывает что-то. Точно, думаю, Юля. Вот так не узнала по курточке. Правильно, Юля, все вывороны. Вот, говорит, точно, наверное, ты. Да. 100 лет. Вы скажете, Юля, ты столько лет проработала, больше 10 лет, ты не знала, что церковь Анталии есть? Нет. Да, я не знала, что есть церковь. Я не знала. И даже когда она объяснила, я все равно не понимала, где она, пока меня за руку не привела. Представляете? И такое может быть. За столько лет я ни разу не ходила в церковь Анталийскую. Ну, я не знала то. Ну, ты и не искала, солнышко мое, 100 лир джинсики. Начнем с того, кто ищет, тот всегда найдет. 300 лир. Знаете, что за качество? Ой, я не могу, как это? Как полиэтилен, но такой матовый. Вот, подобрала слова. Это вот так я хожу по магазину. Курточку уже закинула в рюкзак, потому что жарко. Стоишь и мокрый весь. Не, ну нормально, не прям так. 30 лир. Ну, потому что, конечно, люди должны мерить что-то. Юля. Это у нас все-таки красивая футболка. 30 лир. Смотрите, как прелесть. Я когда говорю прелесть, мне все время, это ваша заливная рыба. Ну, отстань от этой фразы. 140 лир. Я думаю, все смотрели с легким паром. Иван. Нет, это с легким паром. Забыла, как назвать фильм. 50 лет. Ну, все знают эту фразу, короче. 50 лет. Правильно, 50 лет. А это 70. Значит, там нет, все по 50 лет. Возможно, верхний ряд. Смотрите, какая кожаная юбка. Какая кожаная юбка. Все, начиная Дэн и Тибарен. С 50 лир. Да? Смотрим. 70, а была 179. А то с таким поясом, конечно. Но, если честно, очень опасно. Ветерочек, и полетела юбочка куда-то. А такие 70 лир. Ой, смотрите, это квадратом идет. Видите, это не полукругом. Это такими чик-чик-чик. Объяснила Юля, чик-чик-чик, все поняла, что такие чик-чик-чик. 100 лир, такие штанишки, это летние, 70 лир. Да, это уже летние. Ну, возможно, оно не уже, а было. Вот такая красивая юбочка. Если бы в пол было 70 лир, даже я бы, может быть, взяла. Потому что мне до пола надо. Я и так ту взяла с лимонами, в Фаруке купила. Теперь думаю, надо что-то пошить наверх, потому что туда все не подойдет. Ну, в крайнем случае, черную майку одену, там подходит. От 40 лир начинаем. Нет, если я найду что-то готовое купить, конечно, я куплю, но я очень сомневаюсь. 70 лир вот такая. Вот эта ткань, она хорошая, но это как простынка. Мнется и топорчит тоже от 30 лир. Вот. Много-много всего. Много-много-много. Да, тут, мне кажется, и не забирали это летнее. Там все по 40 лир.
Да, красота, красота, неземна. Шифон. Ой, это даже прикольная. Да. Такая легкая, легкая, такая прям хорошая, хорошая. Да, вот тут как? Вот как это относить? Хлопцы. Что так я придумал? А, это такая, как красная. Да, 40 лет. Ну, топик надо снизу. Ну, или лифчик. Просто в Анталии. В сезон еще так можно походить. Но... А не в сезон, Юля, холодно. 20 лет. Вот эти футболочки. Ну и сезон-то, знаете, 40 лет. Если вы хотите, да, кто-то приехал выйти замуж, то я бы не советовала вам бы вам так ходить. Потому что, ну, найдете на свою голову явно не замуж, а что-то другое. Вот такие коротенькие, 120 лет. Слушайте, ну я поняла, что это мода. Я уже догнала, но 120. Оно теплое. Куда? Вот скажи, теплая ткань, без рукавиц. Как она будет ходить? Как? Тут жарко, там холодно. Ты что, поднес, что, оденешь, что там? 300 лет тоже. А, это то же самое, что бежевенькие, только черные. Уже кожа. Ну, типа кожа. Знаете, такое тоже чуть-чуть опасно брать, 90 лет, потому что оно может потрескать на холоде. То есть как оно себе на холоде ведет, не понятно. Такие кроссовки все по 160. Не знаю, что там. Нет какой-то гармонии в цветах. Ну, уже не надо гармонии сейчас ни в чем. Такая юбочка, 130 лет. Ой, это, мне кажется, это тоже подделочка идет под знаменитой фирмой. Юля, скажи, в Турции все подделочка, 130 лет под знаменитой фирмой. Да, у нас, помните, я рассказывала, что она по Казе участвовала? New Instore, это новая, 270. Может быть, потому что я не помню этих. Ну, такая качество, ой, вообще кошмарное качество, если честно. Очень кошмарная. Я даже не могу определить, что такое. Где они эти ткани берут, непонятные. 221, 40% скидка. Ну, это хотя бы, знаете, можно трогать. Что сверху, что в середине. Это приятно, а то нет. То нет. Вообще неприятно. Пальцы, смотрите. Так вот, на показе. Это Дося Досям рассказывала. И там все модели берут новые, как будто, да? Турции шьют. Но они все... Я в шоке, нет вообще цен. А, вот цен, Юля. То я с тобой в шоке. 350 лир. Такие пальтишка. Коротенькие. Пряменькая. А вот это 209. Вот. Не вытащу. И там как бы новые модели все привозятся. Но это подделки с какими-то чуть-чуть изменениями. Ну, то есть, если там такие цветочки, то там такие же, ну, еще там листочек, например, 70 лет. Все, полностью, все самые новые модели сделаны. Ну, я не скажу, что все фирмы так делают. Ну, практически, да. Ну, это они сделали тренд. Сделали точно такое же самое. Ну, убрали что-то или что-то добавили. Все, это уже турецкая фирма придумала тоже что-то в таком стиле. 71,95. Да, все. Минус 40% скидки. И вот такая курточка космонавтская или фигуристка. Да. То есть кому как нравится. Это у нас получается 162 лиры. Ну, не знаю, ну понимаете, ну пакет для мусора. Ай. Может, я такая чувствительная стала? Нет, я думаю, это все-таки ткани такие. Я люблю, если хорошие ткани, мне нравится. Это у нас 220. Ну вот неплохая ткань. Ой, улетела Юля. Вот сразу отделяется капюшончик. Я специально, можно было просто показать, а не бросать. И хорошенький капюшончик. Вот это прикольная курточка, реально. Только что-то, ха-ха. В середине есть мех, а рукава вообще холодные. Ну, так. Ну, зачем тебе на рукава, чтобы тепленько было? Не надо. 230. Такая шуба. Шуба. Как мишка, мишка Гамми. Нет, это не Гамми, это просто наш мишка. Нормальный. Вот, новое в магазине. Почем? Ой, 140 лир. Да, а вот смотрите, это 160. Такие широченькие, знаете, Бершка. И с идентификационным кодом 24
на 7, можно ходить круглые сутки, 130. Вот это было. Тоже пошли все по 70 лир. Все. А то еще и камушки такие, чтобы было здоровье. Камушки и платьишко. Ну, не знаю, что это такое. Подождите, что это такое? Я вообще не поняла. Это что, типа халата? Я не поняла. Это как его носить? Это все маленькое в середине, а потом сверху вот это все прозрачно. И сколько такие? 70 лир. Интересно. Так, комбинезон. 70 лир. Сразу пошли красить, ремонт делать дома. Ну, может, он и красивый. Так, это полосочка. 70. Да, Юль, ну все 70. Тоже таким халатом. Вот такое пальтишко. Я, конечно, взяла Эльку, что-то я психанула. Потому что Эмки не было. Надо было Эску, наверное, брать. 220 лир. Оно теплое, ну, конечно. Элька на меня большая. Ну так тепленькая. С кармашками. Длина такая. Вот такая кофточка. Была 200 лир, сейчас 100. Мне такое чувство, что здесь зеркало немножко расширяет. Не чувство, это точно так и есть. Дешевое зеркало. Вот. И это эска. Эмки не было. Такая красота. Мягкая. Очень мягенькая кофточка. Ну, почему-то мне кажется, что она немножечко после стирки разойдется. По качеству мне так я чувствую. Вот, вот этот пиджачок был 250, сейчас он 100. Это М-ка, представляете? Я ее не могу застегнуть. Ну, тут ничего застегнуть. Вот оно как бы притык. Хотя я М-ку ношу, но я чувствую, что это маленькая. Не то. Не то как-то. Хотя, в принципе, пошив нормальный. Вот видите, по плечам все хорошо. Здесь четвертой рукавчик. Но по бедрам я бы себе, если бы даже брала, то Эльку взяла. Это М-ка. Была 400 лир, сейчас она 300. Мне похоже немножечко, что я снеговик. Хотя капюшон, смотрите, прикольно смотрится. А тоже застегивается. Вот. И она теплая, она очень теплая. Снеговичок, я снеговичок. Ну, цвет приятный. Хотя можно было чуть-чуть поярче, а может и нет. Такие карманы валики, валики. Можно затянуть, видите? Резиночки есть. Такая. Но приятная. Если честно, очень приятная. Курточка была 370, сейчас 222. Это М-ка. Да, вот такая большая М-ка. То есть я в ней утопилась. Я понимаю, что это, ну, наверное, мода такая. Ну, вот эти кармашки. Очень классный мех внизу. Ой, так тепло, все, мне уже жарко. Капюшончик. Вот капюшончик как-то не очень красиво, да? Бывают капюшоны, ты одеваешь и вот красиво прям, это нет, это, ну, он отстегивается, возможно, поэтому. Да, вот так. Не знаю. Ну, джинсы, естественно, не под эту кофту, надо под джинсы. Ой, тепло, все снимаю. Решила я примерить все-таки Мишку Гамми. У нас вы, ребята, они такие пижамки себе купили в Китае. Вот, ну, вот похоже, да? Ну, только цвет другой. Вот эта курточка 230 лир. Это М-ка. Но это все равно поменьше. И тут капюшончик тоже есть. Ну, получше капюшон, да. Манжет тут очень приятный такой. И длина рукава хорошая. Вот что-что, длина рукава, ну, не Китай. Нормально шьют. Ну вот, смотрите, как-то вот так, скажем. Ну, то есть я каждый раз убеждаюсь, что всегда надо мерить, всегда. И покупать вот кому-то подарок, одежду, ну, рискованно. Я быстро покажу еще, что для мужчин осталось, да. У них тоже как бы немножко скидочки есть. Вот это на скидках 250, а было 350. 6, короче, 70 лир рубашки. Эти тоже. Те тоненькие, эти теплые. По 20 лир футболки. Ну, я так понимаю, что всюду по 20 лир футболки. У меня
знакомая, она купила футболку длинную, такую классную, она носила ее, да, мужскую. Но она реально круто смотрелась. Вот, 40% скидки на вот такие огромные. Цены я не вижу нигде. Опять, наверное, внизу, внизу. Да, есть. Покажу, как приблизительно мужчинам. Было 400, сейчас 240. Так, здесь футболки уже по 50 лир. Да, может. Рисунок другой. По качеству, я думаю, то же самое. 130 лир. Вся обувочка. Такие, понимаете, огонь, огонь. И 70 лир джинсы. Ну, твердые, ну хотя, какие ты хотела, Юля. Не поняла. А написано здесь 100 лир. Как это? Интересно, да? Здесь 70. Ну, то есть, походу, не все. А вот еще курточки мужчинам какие. Интереснее. Чуть-чуть детские мне. Ну, конечно, без цены. Зачем цена? Нет, а вот есть. Тут вообще тоненькие они. 180. То есть, это на весну. Хотела сказать, на весну, на лето. Конечно, на весну, на лето. Это 170. Кофточки, кофтыночки за 100 лир. Вот этот воин. Пальто тоже, ну, неизвестно, какая цена, догадываемся. Футболки 30, обувочка 200. Вот футболка тоже 70. Здесь тоже джинсы по 70. Ну, конечно, у мужчин чуть-чуть поменьше выбрал в Бершке. Теплые кофтыночки. 70. Да, здесь все по 70, вот такие расцветочки. Ой, смешно какая. Штанишки. Тут, видно, не доскладывали еще. Ой, какие страшные, мама. Ой. Это 250. Ага, а сейчас 200. Но, возможно, там идти барин, да, начиная. Ну, будем надеяться, что все 200. Да, здесь 200. Такие курточки тёпленькие. Ай, куда-то я прошла. Нет, не прохожу. Куртка не влазит. 70 лир спиной шла. 70 лир джинсы. Да, ну как-то у мальчика поменьше выбор. Если обзор магазина Бершки понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и пишите свои чудесные комментарии. Мне будет очень-очень приятно. Целую вас, обнимаю и люблю. Всем пока.